Привет, народ! Мы в Эляйн Моле, в Эляйне, и тут новая фирма ароматов. Ну, может, она и не совсем новая, но Наташа вот только про нее в интернете почитала и сказала, что просто, ну, прям классная, но не дешевая. Очень классная, очень недешевая. Такие есть всякие интересные коробочки. Вот, я прям усадили уже как королеву. Нет, что еще будешь смотреть? Я Марун. Хай. О, как познакомиться? To meet new brand? Да нет, ну да. Сейчас, как обычно, Наташа на скриншотах уже, что она хочет. Цены, конечно, тут ой-ой-ой, да, где-то под $200-300. А и вон, сейчас. Так, ну давайте, пока Наташа тут с мальчиками беседует. А я вам покажу все-таки вот это вот все. Все вот это вот божество, как сказать. Смотрите, и маленькие бутылочки, и большие. Ну, мне уже очень вкусно пахнет. Класс. Это вот такие кожаные, наверное, или мужские. Но они не кожаные. Не-не-не, не кожаные. Керамика. И не кожаные, но, наверное, мужские или удовские. В смысле уд. Когда так приятненько пахнет какашечками. Ну, вот такая красота. Я вам так быстренько пробежала. Такой удобный островок. Кстати, тут очень много островков, и мы снимали здесь уже. Я охранник нас выгонял, но мы подошли, попросили мальчика, и он все-таки, ну, мы сделали видео здесь, в этом море, но про другой уже. Про другой. Hidden Tobacco. Ничего себе, Наташа, сейчас нюхать будешь. А что тут? Раз, два, и раз, тут два, нюхать три, четыре, нечего, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Красиво, и уд размножен. Марун, кстати. А он такой популярный. Например, то, что... Так, берем ручку. Берем ручку, готовимся, будем так, записывать. Окей, а я буду снимать, давайте. Ну что, ребята смеются. Слава Богу, что снимать разрешают. Это класс. Maybe rose, maybe this life after this. Не понял. А что ты хочешь ему сказать? Сначала без уда, потом с уда. А please first all perfume without wood, then with wood. First without wood. First she wants to try perfumes without wood, then after with wood. Ну, сейчас объясним, сядем, будем все нюхать. О, классно, смотри, у них каждый уже подписан. Бачишь? Уже есть это название. Ну давай, Наташа, рассказывай, что. Классный, мне нравится. Что свежий. Это такое? Морской какой-то, ну дай мне тоже. Тут нету морского, такой прямо... Ой, слушай, если мне нравится, это классный. Это какой-то классный, какой-то... Тархун, запах тархуна. Red currant, значит, это червона-смородина, османтус и кожа. Вот почему мне нравится кожа. Кислинка, а мне класс, кислинка. Класс, вообще, мне нравится это. А this how much? This 675. 675. Мистер Роуз. Ут? Нет, а ну сейчас. Вельвет, пич, болгариан ронс, роуз и инсенс. Это роуз. Вот это вот. Мистериус? Что-то мне запахло удовольствием. Я что-то розы не чувствую. Давай, хорошо, давай сейчас это будем уточнять. Это сэм прайс? Yes. Все, 675, значит? This 465. 400? 65. 465, ага. Такой он просто просвечивается. Интересно, слушай, интересно. Франжипани, османтус и муск. А вот мне интересный. Тоже нравится, что вот так вот. Ну, понюхай. Ну, прям народ классно сделано, смотрите. Все уже видно. И название, и составляющую. Это класс какой-то. Да, крыль. Ну, давай, что там у тебя? Это я начиталась про амбергрис. Понюхай, тут есть уд. Лимон, и он очень риски, классный. И агарвуд. Это типа они посвящают шейху Заиду, поскольку шейх Заид очень любил амбергрис. Амбергрис. Но это не читай вайт, потому что у них нету бодра. А где этот аромат сам? Вот, амбергрис. Амбергрис. Да, и тому, что это он очень любил амбру, уважал. И вот якобы это он это. It's in honor of шейх Заид, this aroma. Yes. Мандарин. Амбу. Мальчики такие прикольные. Мне так нравится, что я снимаю видео, сейчас мне так с собой приятно. Вообще такие бутылочки. Нету уда понюхал. Есть некая какаховость. Это амбра так пахнет. Я извиняюсь, это как какашечки пахнет. А лук лак уд.
Ну, красивый аромат. Вот это там красивый. Ну так, в честь шейха Заида, я извиняюсь. Это... А что это? Кава нет. Даша говорит, что кофе не работает. Кава, есть кофе, но для нее не работает. Это вот интересно. Что это, мастер? А мастерс how much? 465. О, а this? 465. Ага. 465. Мастерс, так. Мастерс опять нету бота. Интересный. Ну а тут что составляющие ingredients показывает? Masters? Ingredients. Consist of ingredients. What inside? Yeah. Root. Hill. Hill. What is hill? And the root. Cacao. Vanilla. Vanilla cacao. And amber pass. Amber. Ты поняла? Ванила, какао и амбар. Top hill. Что такое хел? Хел. Кофе. Три? Что такое хел? Какао. Херт какао. Сейчас он нам все, мальчик, найдет в интернете. Но я ничего пока не очень чувствую. Ну, интересно, слушай. Интересно. Это другой аромат, поэтому он будет записать там. Кардамон, что ли? А, кардамон. 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 Ну, напиши здесь кардамон. Кардамон. Топ кардамон. Значит, самый классный кардамон. Ну, это, конечно, вот зелененький мне зашел, интересно. И шейха Заида у них посвятили достойный аромат. Это вообще прям класс. Интересно. Марун. Марун, this is famous in Emirates, да. Right? Вот он. Марун, мы за ним, наверное, и пришли за маруном. Price of maroon? Maroon? Price. 365. Задумалась. Дай. Так, показываю вам. Ванила, пачули, агарвуд. А вот три составляющие. Я пачули не знала, что так есть. Вот они. Это в интенсе. В интенсе это... Да, я напишу, что это интенсе. А мне пахнет каким-то вот сладостью в конце отдала, будто, ну как, или крем-сода, или буратинка. Лимонада, почти нет? Тебе нет? Я пока не понимаю. Прикольно, я чувствую ут, но красивый такой. Такой, блин, красивый аромат здесь. Мы когда почитали, уже понимали, что они стоят тут. Но это еще цена нормальная, что говорят. 300 с чем-то, 400 с чем-то. Мы этот нюхали хидден табаком? Мы не нюхали хидден табаком. Вот табаку нет. Скрывающийся табак, хидден табаку. О, помню. Том Форд табака ваниль. Кто знает, у меня от него, конечно, такая аллергия. Аж прям такой жесткий для меня аромат. А здесь другой табак. Так, франкинсенс, этот, как он, ладан. Болгарская роза, табак, ванила, танкабин и муск. Дай-ка я покажу. Ну вот это пока не понимаю. Пока не понимаю. Мне приятно. Мне приятный запах. Вот. Emirates Pride. И такой я вот туда не чувствую. Жесткости нету. Наталка выбрала интересные ароматы сегодня. Ну вот этот мне еще нравится все-таки. Может, тебе бутылка нравится цвет? Мне нравится, что они такие, знаешь, это вот эти... Текстурный. Он какой-то теплый. It's white. Лимон. Yeah. Iris flower. Значит, I want beautiful. Beautiful. No, any beautiful. I like all, really. We watch very beauty perfume. Okay, you try the Masters, the newest perfume? Yes, I try. Mandarin? White. White? Lemon? Lemon. Flower? Iris? Iris flower? Ага, iris. Пиши iris. И oud? Oud? Ну, может быть, тут еще white, пока нет. White, same. White, wood, but good. А мы еще его не нюхали. Да, мы еще не нюхали. Вот, мы еще не нюхали. Первый это не роли, кокмос. А смотри, в этом white wood, значит, тут не роли, цветы не роли. Потом... Кокмос? Окмос. А окмос? Дуб какой-то.
Да, это мох. Мох, белый мускус и огород. Красивый. Просто ребята спрашивали нас, какие ароматы еще мы любим. Ты не любишь такой. Ой-ой-ой. Это this wood, this pure wood. It's not pure, but... White oud? Yeah. White oud. Какахами пахнет жестко. Просто вот такой не вот жестко, ароматик. Не жестко, ничего подобного, очень мягко. Очень мягко пахнет какашкой. Вот ты немножко вступил и идешь. Поэтому я не понимаю этого аромата. Но очень красивый. Очень красивый этот. White интересный. Я уда не чувствую, пока в white. Так, вайлы, да? Ну, white я тоже уда не чувствую. Здесь, конечно, какашечки, да, распространяются. Так вот Наташа пишет, потом приходит домой, нюхает, наносит на себя что-то и потом покупает, выбирает. Ну. Нежный, нежный аромат. Фиалку я очень ничего, ну, не дуже чувствую, если честно. Понюхай. Какой это? Это violet. But wood in the violet, be in the bottom. Uh-huh. Maybe not now open. Maybe we must wait. Я сразу чую. Ты чувствуешь? Нет, я его не чую, но вообще, в принципе, если у есть, я сразу чую. Ну, только красивые ароматы. Красивые, дорогие. Мы знали, мы шли попробовать, но не знаем. Что-то Наташа ли выберет, не знаю даже. А Violet how much? Violet how much? How much Violet? 285. Совсем как бы на уровне всех он дешевле. 200 с чем-то. Марон больше, по-моему. 285. Так, это арабика. Ну, конечно, в Ахмадель Магрибе самые достойные цены, я бы сказала так, потому что эти цены немножко дорогие. Ну, они немножко и другие, мягко скажу. Ну, они немножко и, как бы, наверное, вложено дороже. Что? Понюхай. Ты уже смеешься, понюхай, да? Что это такое? Кофе? Кофе, да, реально. Ты что, ну, не да, чувствуешь кофе? Оно, а вот так и называется. Арабика, да, это кофе, реально. А реально где, она, а где кофе? Арабика? Вот она. А ну. А, вот, which ingredients? Арабик. Арабика. А вот из... Кофе. Only кофе? Кофе мандарин. Кофе мандарин? Wood. Jaik. Jaik? I don't know what is mean. Jaik. Сейчас переведут. Jaik in Arabic? Интересно. А ты не чувствуешь? Ну, чувствую, кофе чувствую, мандарины чувствую. Я удивилась, я не понял. Я чувствую какой-то как шкурки. Именно арабский кофе. А how many milliliters? Ну, смотри, Наташа, что это? Агарвуд. Агарвуд. А, это агарвуд. Именно дерево. Ну, вот такие вот ароматы сегодня, друзья мои. А мы же его пробовали, не? Ах, это Hidden VIP. Я его спросила как раз про Hidden Leather, а он нам дал Hidden Tobacco. Ну давай, Hidden Leather, скрывающаяся кожа, прячущая кожа. Дайте ко мне. Это не Hidden Leather. Диарабика. Да, что-то приятное такое, свежее. Это он дал нам от вот этого вот штучку, из чего вот Hidden Leather, непонятно. Вот это вот флакончик. Угу, флакончик. А здесь how much? 465. 465. Это все по 100 миллилитров. Угу. Ну, да, видно. Бутылочки красивые, ребята очень приятные, контактные. Вообще радуюсь, что снимать разрешают. Это вообще класс прям. Это прям радует, что любят про свой аромат рассказать, где работают, какой, ну, знают, по крайней мере. Ну, как и Маха знает, yes, как в Гермесе работает. Еще какой-то ароматик. Jasmine and musk. Сейчас красиво, это, кстати, Jasmine и musk. Jasmine Шо-то? И musk. Jasmine and musk. Midnight? Не, Emerald Sprite. Jasmine был musk. А здесь how much? 465. 465. Relax, relax. Сладкий. Такой, но, ну, не ваниль, но не ваниль. Понюхаю, ну интересно. Мне нравится проект, красивый. Вот, знакомимся мы с новым ароматом, и вы с новым ароматом с нами знакомитесь. Спайси. We can try. Сейчас тебе дам спайси понюхать. Дай-ка мне этот понюхать, а давай вот сейчас тематик спайси. Так, Эмирейтс. А мне этот уже спайси, кажется. Какие-то точно здесь есть ингредиенты, какие-то, как когда готовишь.
и кладешь какую-то приправочку. Что-то spicy. Есть. Это спайси какой-то, сказали. Этот? Midnight Blue. This is how much? 465. 465. Так, сейчас отведу камеру, вы там. Местные не очень любят, чтобы их снимали. Все, прошли уже, слава богу. Что скажешь? Свежесть? Свежий, что-то красивый здесь какой-то. И кожа, кстати, мне чувствуется здесь. Кожа чувствуется почему-то. А, бергамот. Сейчас, давайте присоединим. Бергамот, сидарвуд. Наверное, есть сидарвуд, дерево, не прайтвуд. А вот из прайтвуд. Спрашиваю, вот это дерево мне чувствуется, перепутал. Интересно, бачишь, что он говорит? Смотри, значит, бергамот, сидарвуд, а прайтвуд – это специальное дерево, да, ут. Да? Ут, который именно компания разработала. Ну, без компании. И NASA бренд Don't Help потрудилась так вообще. Другие бренды не имеют этого прайтвуд. И третье, что база? Амбра. Что, кстати, обратила внимание, что, видите, здесь есть топ, да, топ. Вот бергамот. Верх, сердце и база. Есть. Когда снимаешь через камеру, не все видно просто. Классно, мы так сели, никого нет, и еще нам уделяют все внимание. Это приятно. Альберто Мориз, Мегет. Альберто Мориз. Морильяс. Альберто Морильяс. Ага, это парфюмер. Он говорит, что ну, я его называю Альберто Морильяс, сделал этот парфюм. Это что, между прикольно. Прочим, мастер сделал Рапьон, Ларсон и Кресп. Оливер Кресп. Yes. And Hidden Tobacco bestseller, Филиппин Кортер. Какие-то имена вы называете, да. Ребята, здорово, что вы знаете, я вот не знаю. Я могу вам Я вам еще футболистов могу перечислить. По-моему, Диор Дюну сделал Морильяс, или я путаю. Свежий, очень свежий. Здесь нету таких ароматов, которые я говорю, Мерсал. Да не, фу, вообще дешево. Типа, не, а не дешево здесь вообще ничего нет. Вот, не чувствуется. Чувствуется хороший, вкусный аромат. Это новый только один месяц аромат. Подожди, это вот это, да, Мерсал? Мерсал. Ну, сколько мы с вами попробовали. Это Наташа еще все дома перенюхает и еще свое мнение расскажет. Only one month. It's reflection? Yes. Reflection. Это like a moash. Reflection. Кардамон. Yes? No? Inside? No? Зенгевин. Кардамон. Как кардамон. I feel кардамон. I feel now кардамон. Наташа просто... Дайте-ка нюхнуть, пожалуйста. Ginger and ginger. Ginger и ветнер. А this how much? Витивер. This is one collection, like here and the oil, and this, 685. Ну, тут я кардамон, я просто чувствую кардамон. Коллекция такая вся, то есть там что еще добавочка какая-то с чем-то будет. Просто кардамон, красивый кардамон. Красиво, кстати. Вот приправы они как-то совместили с духами красиво, с парфюмами. Это надо уметь. И видите, и тут многие люди создавали ароматы. И Наташа знает их имена, ребята знают их имена. Может, вы знаете их имена. Я вот не знаю, мне интересно. Кстати, благодарны за лайки и комменты. Не забывайте ставить лайки и писать комменты. Спасибо. А Вин сказал, что это рефлекшн идет в наборе? Да. А отдельно нет? А if it's separate from this, from box? One reflection. Only in box. This box? Не, а. This box. Mm-hmm. Yeah. А separate you don't have? Like, same. А, вот такое вот. Like same. А, only this, you this okay? This and this and this. No, а only this, no? Only this? No. Yes. Only one, А по одному нету. Вот это вот, вот этот вот коллекция, этот вот ароматик, он в наборе идет. Ну, тоже неплохо. Я чувствую кардамон еще пока. И вот, может быть, имбирь, может быть. Витивер, кстати, yeah. Витивер, да. Four, да. А ну, три, давайте. Turkish rose. Я уже нанюхала. Это что, number 4? Jasmine. С кем называется? Number 4. Боже, какое название прикольное. Number 4. Ну, у Шанели номер 5, у них номер 4. То есть опережают Шанель немножечко. Turkish rose and Egyptian jasmine. Турецкая роза и жасмин. Ну, может быть. И что еще? Жасмин и ут. Ну, это будет в базе. Ой, я сейчас чувствую, даже потянула удиком. Это жасмином потянула. Больше. Да, жасмином. Ага. А мне вот. Такой, знаешь, он. Да, жасмин, ты права, свеженький, очень интересный, хороший такой. Знаете, вот такие ароматы, как сказать, рич, насыщенные, жирненькие, в смысле хорошие. Нету вот такого какого-то вот
дешевизны какой-то. Вот ароматы, не знаю, конечно, на стихи посадить. Если ромашка, так кажется, я говорю, то они реально вот это стоит. Все, там кофе предлагают понюхать, но Наташа говорит, это не работает. Мне так вот нам мастер нравится. Что еще раз здесь? Какао, ут. Какао, гелиотроп, цветок гелиотроп и что-то еще. Ут, yes. Угу. Значит, нам нравится, что нам нравится? Мастер, Наташа и амбра, говорит. И амбра есть. But it's base. Потом hidden leather. Где hidden leather? Вот он. Hidden leather нам нравится. Как, надо еще перейти. Какой еще аромат? И white. Вот, я еще white. Хочу. Подожди. Не, мне нравится. Эти вот три аромата, самые пока вот без серы, которые Наташа сказала классно пахнут. Мне не тоже нравится. Амбергрис мне нравится тоже. А где амбергрис? Вот он. Ага, амбергрис. Это одно название амбергрис. Я думала, амбергрис. Да, тоже Наташе нравится. Говорит, типа, ну вообще просто класс. Интересные, по крайней мере. Интересные. Все ароматы здесь. Просто, наверное, нужно нанести, походить. Конечно, цены. И цены, да. То есть самая дешевая лаванда здесь, я уже говорила, 200 с чем-то, остальные. И 465, это цены уже такой европейской и американской да. ниши. Но когда ты мне показывала на сайте их, они были 900 некоторые ароматы. Ты мне показала. 900 это Heritage Collection. Где я же? Не знаю, где они. Вот. У них может быть это. Так что мы вам сказали, что они достойны, и вы можете верить нашему каналу, они реально достойны. Ну просто придите, познакомьтесь, не обязательно бежать. Придите, понюхайте, на себя нанесите, мы так это сейчас и сделаем. Ой, Peaceful Life классный, боже, какой классный. Peaceful Life, вот этот вот, ага, Peaceful Life. Ну то есть у нас уже пять каких-то, пять любимчиков есть. Аромат спокойствия, понюхайте. Ну тут франжипани, она в принципе успокаивает. Но мне он чуть-чуть... такой цветочный, вот так вот сильненько для головы. Как бы я сказала, немножко воздух ножом можно резать. Ну вот, остальные, конечно, этот white классный. Мне еще этот нравится. Аромат. И еще раз, The Krayat Masters. Мне и Шейха Зайда нравится, а как вот они представили. English, The Krayat. И вот этот вот, да. Hidden Leather. Memorize. Это как вот воспоминание. Memorize. Хорошее The Krayat. Мне не нравится. Так, сейчас брызгаемся. Я уже брызгалась зелененьким и мастерсом. А Наташа амбергрис и какой-то еще она выберет. Да, давай. Peaceful Life. Ой, блин, я хочу дать Peaceful Life. Peaceful Life она выбрала. Этот куда? Все. Набрызгали, а вот сейчас этот... походим, понюхаем, потом посмотрим. Цены, конечно, приличные. Ну, в принципе-то... Один аромат-то прикупить нет, можно, можете, если понравится. Наташа говорит, все, на салфетку еще этот аромат. Вот пять любимчиков мы показали. Ну, рекомендуем прийти понюхать. Ароматы просто такие вот, так, ну, бомбезные. Мораут. Ага, да, хорошо. Я запомнила, что я обрызнулась мастерсом на левую руку и зелененьким на правую. Причем показала Наташа правую руку, она говорит, боже, как классно это зелененький. Она говорит, я думала, это амбергрис. Да, прикиньте. Так что вот сейчас будем ходить, смотреть. Ежели вдруг когда-нибудь вернемся и купим свои достойные ароматы, знаешь, конечно, я покажу. Я просто вам. Изменила свое мнение, когда говорю, типа, дорогие ароматы, фу, потому что оно мне недоступно. Вот реально фу, недоступно. А теперь я как-то вот по-другому немного. Да? Да, немного надо мечтать. Так что мечтаем вместе с нами. Ставим лайки, пишем комменты. Всем спасибо.